Я Эндрю Райан, и я пришел, чтобы спросить у вас, разве не имеет права человек на то, что зарабатывает в поте лица своего? Нет, говорят нам в Вашингтоне, все принадлежит бедным. Нет, говорят в Ватикане, все принадлежит Богу. Нет, говорят в Москве, это принадлежит всем. Я отверг эти ответы. Вместо них я выбрал нечто иное. Я выбрал невозможное. Я выбрал восторг. Город, где художник не боится цензора, где великое не ограничено малым, где ученого не стесняет ханжеская мораль. Восторг может стать и вашим городом тоже. Но маяк горит как адский огонь. Похоже, там самолет разбился. Мы посреди Атлантики. Как могло? Не знаю. Лучше убирайся оттуда, живее! Мутанты на подходе! Шутишь? Откуда тебе знать, что кто-то сюда идет? Потому что спускается батисфера. Значит, у нас скоро будут гости. Еще минутку. Батисфера. Батисфера поднимается. Джонни, тут повсюду включились сирены. Давай быстрее. Простите, сударыня. Я не хотел мешать. Не трогайте меня. Отпустите меня. Оставьте себе мое оружие. Неужели новенький? Мог бы ты взять коротковолновую рацию? Уж не знаю, как ты уцелел в авиакатастрофе, но я вообще не любитель задавать вопросы провидению. Я Атлас, и моя задача — сохранить тебя в живых. А теперь вперед! Нам надо перебраться повыше. Вдохни поглубже и выходи из батисферы. Я не дам тебе пропасть. Нам надо выманить ее из укрытия. Но для этого ты должен мне довериться. Убью!
Мой папа умнее Эйнштейна, сильнее, чем Геркулес, и может зажечь огонь, щелкнув пальцем. Ты такой же, как мой папа, мистер. Если ты не приходишь к саду собирателей, то нет. Все умные папы заряжаются в саду. Сейчас переписываться. Так что стой смирно, и все будет хорошо. У этой рыбки такой вид, словно ей только что отдавили хвостик. Интересно, у него еще осталось хоть немного? Адама. Да ты просто слабак! Эта рыбка даже не достойна того, чтобы скормить ее большому папочке. Трус! И всегда таким был! С железным папочкой тебе будет не лучше, рыбешка! Живота. Погоди, он еще дышит. Все хорошо, он скоро станет ангелом. Ты в порядке, парень? Когда принимаешь плазмиды в первый раз, это сшибает с ног. Но зато теперь самое время лезть в драку, да? Пожалуйста, не надо!
Я не хотел причинять вреда! На тебе! Тело. Мы не могли с этим справиться. Лучшие друзья убивали друг друга, младенцев душили в колыбели. Весь город взбесился.